Сказки в стихах от Сергеевой Елены. Приветствую всех на своем сказочном канале. Сегодня я хотела с вами поговорить о счастье. Что такое счастье? Для одних это красивый дом, хорошая машина, деньги. Для других – близкие люди, семья, дети. А что для вас счастье? Давайте послушаем притчу о счастье и подумаем, что такое счастье и где оно прячется. Решили поразвлечься как-то боги и что-то ценное припрятать у людей туда, куда бы не было дороги и не было бы мыслей и идей. Пообсуждали, чтобы выбрать, и решили, что надо счастье у людей забрать. Куда же спрятать? Может, на вершине, горы высокой, чтобы не достать? Нет, этим сделаем людей сильнее, зайдут на гору, обязательно найдут, и все узнают, где оно тогда, поскольку друг другу скажут, слухи поползут. Давайте на дне моря тогда спрячем безумный бездны, чтобы не достать. Нет, любопытные люди. Это значит, что море будут точно изучать. И агрегат изобретут они, где каждый изведать сможет море, океан. И доберутся до него они однажды. Нам нужно место, что известно только нам. Оставить может на другой его планете? Там счастье люди вечно найдут. Нет, мы же умом дали. Вы поверьте, их звезды в космос точно позовут. Изобретут они когда-нибудь ракету, на ней к планетам будут прилетать. Другое нужно место, не планета, туда, где не придется им искать. Я знаю это место. Счастье спрячем мы внутрь каждого, и люди не поймут. Искать снаружи будут, не иначе. И счастье никогда вновь не найдут. И счастье спрятали расчетливые боги, и счастье прячется теперь внутри людей. Хоть манит счастье неизвестные дороги, там нет его, оно в душе твоей. Спасибо всем тем, кто еще со мной. Если вам понравилась моя притча, подписывайтесь, ставьте лайки и задумайтесь, где спряталось ваше счастье.